Ребятушки, всем привет, А привет, на канале это Пирас, скажем, наш она адвокат целая. Мукбанк. Смотрите, какой классный. Да, и тут, Да кстати, мы потряси. недавно видели лайфхак, как можно открыть бутылку без... Эту так не откроешь. Нет, это там любую такую... Нет, не откроешь. Давай попробуем. Я тебе говорю, Она не не откроешь. разольется, она Она точно, прям сто самую процентов. пробку залит. Это нормально. Выльется все. Нет, там Да? пробку можно внутрь проткнуть. Можно, только все Так, выльется. о, спасибо. Вот Давайте самую не будем пробку. экспериментировать. Ладно, мы дома с тобой поэкспериментируем. Все вылится на пол. Пожалуйста, на целый прям. Не, ну просто там такой прикол был. Чтобы так не блин делали, там это самую пробку заливает. Не, там как пробку можно в мизинце. Знаю, это раньше это были бутылки, у них это горлышко было пустое, за блин ливали до горлышка и пробку можно было протолкнуть. Сейчас сделают либо узкой. Это сверху вниз. Ой, узкое делают. Ну ладно, все. Самую дома пробку. Сегодня потренируемся. Либо под самую Ой, кстати, как у нас стол. Сливаем. Обалденный получился. Вообще супер. Так, у нас здесь, смотрите, курочка. Пюрешка просто, я не знаю, до состояния протертой массы Иван проделает. Это прям удивительно. Он ее протирает. Да. Здесь у нас рыбка тоже жареная в кляре. Так, здесь у нас всякие барабульки, сарганы и прочее. Это вот Наташа сама солила скумбрию, да. Вот такую красивую, вкусную. Так, это у нас белоручки. Спасибо, Наташа. Наташа, которая... Белоручки. Так, капуста. Что у нас еще? Грибочек. Да. И королевский горох. Да, вино у нас еще. В общем, короче, с голоду не помрем. Хлеб черный. Лаврушка. На закусить потом. В общем, все красота. Ой. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. О, батя открыл. Что-то пукнуло. Пукнул. Что ты, говорит, пукнуло? Сейчас дымку. Чего? Вишка пролилась чуть-чуть. Пролил. Где пролилась? Где? Так вкуснее будет. Нормально. Да, не понимаешь. Так вкуснее. Ты мне чай положил-то зачем? А что, ты не будешь есть-то? Иван? Как так? Эту-то. Везде накапал. Курицу. Где лил, где-то везде накапал. Она капает же с бутылки. Ну так... Ну пускай капает. Салфетку? Налей, а то уйду. Да. Уходи от умаря. Уходи от умаря. А ты что, замерзнешь? Здесь тепло, да. Хорош. Чем воняет? Рыба. Рыбой. Рыба, наверное, немножко. А что, тебе рыба не нравится? Как Блин, какая жирненькая. Слушай, это он тебе не новый костюм? Толстолобик. Который я привезла. Нет? Но. Он самый? Он самый. Тебе понравился? Костюм, да. Понравился, да? Костюм. Ой, какая рада. А ты его как там завязываешь? Ну так. Как он так? А, вот так вот? Не, ну прикольно, да? Ты же так лучше открыла, где она у тебя там болтается. А тебе как раз по размеру, да, по ногам-то? Да, и мне только длина, да, наш повыше. О, Ася. Ася. А Карамель боится. Я же говорю, там прикольно. Значит, 44-й еще влазишь. Пока еще. Так что садись. Я тебе 48-й заказал. 50-й США. Да. Это мне на вырост. На лет вырос, через 45. На вырост. Лет через 45 я его надену. Давай сейчас мы Даже выйдем, я тебя раздену. Этого нету? Фотика. Кого? Нету. Фотика. Телефон заряжается. Сфоткай давай, быстренько. Принеси. Вот, подожди, на вот на эту сфоткай и все. Сосунок. Сосунок красивый. Настя уж красивая, фотки получается. Давай. Это, садись и этот. Садись давай. Все, началось. Нет, перевернем так. Давай. А, со мной или что? Давай так и так. И так и эдак. И так и эдак. У меня лицо расплющенное. Нормально у тебя лицо. Ну что, ну давайте. Сплющим обратно. Расплющенный. Чтобы все красивые были. Да. На заставке. Красавцы. О, да. И рыба, рыба. Фоток. Давай так. 100-500 фоток. А, я люблю так делать. Погнали. Ты будешь удалять. Я потом... Очень у меня щеки раскраснелись. Там нету эффекта какого-нибудь это? Уменьшение красноты? Есть. Нет, тебе очень костюмчик идет. Прям супер. Класс. Ну все, ну я Ну все, 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 Вадя, давай есть. Все, давай. Я уже нагрел. Гад. Уже нагрели. Все. Давайте. А это что? Вино. Вино. Красное. Прикольно. Прикольно, молодец. Не будешь? Кончикара.
Ты не будешь? Не будешь. Ну, сочку налей себе. Сочок. Давай мы выпьем. Батюшки. Ну, такой-то... Не знаю, у нее чай всегда что-нибудь есть. Ну, все, да. Ладно. Вон, соку налей. Вова, где у тебя сок? Там, ну, не поделись, не пьющий. Во, кстати, всегда там, кстати, ты не пьющая? Стоит. Вот мы тебя сейчас запряжем. Хочешь Вову выпить? Повезешь нас домой. Если что, у нас остаточный диван. У нас на новом диване. Я согласна. С новым телевизором будешь тебе лежать и смотреть. О, это наливай. Давай, бокалка. Вставай оттуда. Так что вот. Чача наливай, да? Ну что, давайте за побольше. Ну давайте. За приезд. Давайте. У нас есть свой этот трезвый водитель. Трезвый водитель. Услуга. Услуга трезвый водитель. Ну что, приятного аппетита всем. Спасибо за прием. Чего доброго. Давай я тебе курочку разделаю. Хорошо, пошла. Сервис. Ну давай, нет, давай я тарелку разделаю. Как чача? Ты будешь? Что, сервис? Чачная. Конечно. Классно? Наливай еще. Горячий, что ли? А то уйду. А кожа-то где? Ты не дашь зерну против кровати? Я забыла. Стой, нас уйдет. Горячая. Вафанову сзади погрузим. Горячий, конечно. Из духовки только. Багажник занят. Тогда у меня пальцы. Багажник занят, да. Не, он там одно место есть, да. Вот так. Ну хороший, да, костюмчик? Понравился тебе? Ну раз ты его носишь. Вот это мне сними. О, да. Было прикольно летом. Штаны прикольные, то, что не этого того. Летом было бы нормально прям. Того на этого. Ну, я поняла, да. Ну, вы поняли. А это такой сервис, да? Да, это сервис. А мне можно там? У меня просто пальцы горячие вообще никак. Я думаю, что новая услуга появится. Резвый водитель, разделка курицы. Да, да, да. Напоить чачей. О, это тема. Связай его. Я хочу гриб. Привет. Гриб. Еще от нее. Большой. Ага. Так вот. Ой, его нужно там было, наверное, поломать, нет, вилочкой. Обходи как, все будет строго. Очень вкусная картошка. От мастер-шефа Ивана. Ехали в Абхазию с Наилетти. Хлеба. Абхазцы. Папань, тебе надо хлеба? Спарта глядеть стали. Да? Забыли? Спарта стали глядеть, говорю. А там у одной девушки. Не с рыбой. Грузинская фамилия. Ее раз. Да. Ну-ка, пройдем. Стопорно. Пройдемте. С какой целью? Они там, прикинь, вообще не пускают. У них по закону написано граждане Грузии. Нафиг отсюда. Не пускают. Нет, реально, кстати, нам сказали, что мы могли из-за нее одной всех отправить. Ну да. Ну так вот. Ну, здесь пока нифига. Их въезд запрещен всем гражданам Грузии. Так у нее ну, тоже рай, российский паспорт. Не, ну она же, типа, она не пойдет, если группа такая. Шли-то мы вместе границу-то. Что, картошку суши не вообще российскую. Места нету. Картошки волна, я могу еще положить. У меня просто есть такая вот, он постоянно в сначала гарнир весь ест. Он всегда, да. А потом все остальное. Он всегда так. Он всегда так ел, да? Угу. Какая знакомая ситуация. А у тебя с кем? Ты так же, что ли? А я тоже кушаю. Да, сидит картошку плетает. Может, и тайная дочь? Да-да-да. Внебрачная. Внебрачная, да. Санта-Барбара, мы нашли твою дочь. Си-си, мы нашли твою дочь, да? Да-да-да. Тетя, вы похожи чем-то. Вот Вован, знаешь... Тем, что картошку едим. Не-не-не, знаешь, у меня отец, короче, был седой. Вот когда я уже родилась, и он был седой. А вот, и он постоянно вот на мои волосы смотрел, ну, когда вот не крашеные еще. Он говорил, волосы, вот прям как у меня, вот прям как у меня. Я смотрела, седой есть, да? И все.
Жир, как у меня. Да, да, да. Ну, молодость, в плане того, что... Были. Угу. Молодость. Ну, кстати, тоже очень рано посидел. Что, видишь, где-то на генном уровне передалось. По чуть-чуть. Хотя не побежишь. Да, и дай. А ты сосиски любишь? Да. Вот, точно. Все, еще один признак. Еще один признак, да? Бабан. Нашли. Дочь. Ну, давайте. Дуся. Что, гости, все едите? Да, давайте выпьем. Маленечко. Да. Хромать будете. А никто еще не налил. Не налил, да. Мужчина, да. Мужчина. Они где у вас бачкара? Куда потеряли? Ну, спроси, у салфетку он. Да есть у меня. Ну, так тогда еще? Возьми быстрее. Он Даш нальет сейчас. Даш, давай, и да. У меня хотя бы руки не трясутся. О, почти. Краем-то зачем? Не надо так. Глаза не видят, что ли? Руки не трясут. Руки не трясут, а глаза не видят. Пахнет прям виноградом. И да. Ты попробуй. То, что трясутся руки-то. А то они сейчас выпьют. Ничего не трясет. Итак. Крепкие напитки не хочу. Осторожненько. Нормально. Давай. Ой. Ну, за то, чтобы... Ой, ну все, сейчас обольё. А я? За то, чтобы глаз был меткий и руки не тряслись. Даш, не наливай больше. Прям по краешку. О. А то все, рыбу точно обольё. А, сейчас не только будет. Да. Это вкусно. Я был виноград для чашки ставить за вкусом. Думаю, хурму закусим. Опаской. Слушай, а вот спиртом вообще не тянет, да? Да, чисто вот из-за виноградом пахнет, кстати, прям пахнет, да. Очень вкусно. У меня друга открыла, сразу пахло сладким виноградом. Виноградный сок. Двойной перегон. Что ты хочешь? Не спирт. Все вкусно и приятно. Курица такая острая, мне так нравится. Сажите. Мама старалась. Такая острая. Еще одно бедрышко очистит. Вон, осталось маленькое. С ума сойти. Угайская крылышко. А мне очень нравится пюре. Оно прям воздушное. Иван, он может так делать. Всегда так. Домашний комбайн Иван. Отлично. Сделает пюре. Никакого комбайна не надо. Снова вдыхаешь. Хорошо. Да, да, ну да, Саша. Тебе просто кажется. Я люблю тебя. Я тебя любя. Как так? Я просила половинку. Решила попробовать. Ты Вован-то пробовала, а я, кстати, не пробовала вообще. Вот. Тебе просто кажется. Не, ну пахнет вообще обалденно. Белым таким виноградом. Забыл и пахнет. А пьется вообще чудо. Ну давайте. За все хорошее. Я даже шоколадочку закусил чуть-чуть и все. Вон, Вованом за них ходит. Папа, ну ждем. Ну-ка, давай. Да, на месте уже все. Все тут? Все тут, все. Ну, один. Давай тоже. Давай. Не надо мне фу. Пахнет классно. Нет какого, знаешь, отвратного запаха. Чаще. Ну давай, не грей уже. Вот, бери. Классно. Закусываю быстрее. Я вот даже еще не закусил. А у него вино. У него сок. Что ты на меня смотришь, как ты вина выпила? Да. Да? Дед Ануфрий. Он, смотри, видишь, оброс какой. Понимаешь?
Он себе, кстати, там в горах нашел себе родственника дальнего. Да, я там встретил прапрапрапрапрапрапрадеда. Далеко-далеко в горах, да. Высоко-высоко в горах. Да, да, да. Так и есть. Вкусная, кстати, рыбка-то. Там еще большой такой. Я тебе потом фотки покажу. Клярь-то. Ну, вкусное все. Теперь разлетится. На высоте 2320 метров. Рыбка в кляре. Надо брать. Ну. Вкусненькая. Долгожитель. А это где брали такую рыбку? Ну, смотри. Где брали, уже нету. Ну, все. А, до скольки работаешь? До 9. А, ну все, успеем, Вова. Так, пробуем. Рыбка в кляре. Ну, это, я так понимаю, уже просто готовый, да, полуфабрикат? Да, только жарить. На вкусную рыбу сочную прям. Просто добавь масла. Да, такое. Вино. Ты что, классно чаще пьется. Неожиданно. Чего неожиданно? Неожиданно. Не, причем даже вот какого-то такого прям нету. Да, такой даже не надо, это нормально чаще. А не самогонка. Нет, классно. Надеюсь, много. Виноградная. По сути, да. Когда мы ездили отдыхать, там все мужики пили только чачу. Прям полторашками. Прям вот полторашка у них бутылка есть, а им прям здорово. Только одну чачу пили. Никакого вина. Ну, вино это больше, ну, знаешь, женский. Ну, грузин пришло. Две грелки на чачу. Ну. Самом деле, там как-то даже больше понравилось. Был. Понравилась рыба? Да-да. Ты вон там еще. Ты попробуй этого саргана. Вот эту вот длинную. Чуть даже ранее интересно. Дежурный был. Возьми. Три вида. Ой, бросил такой. Нет, а это получается, мне кажется, не три вида. Нет, смотри, это вот ставритка, она в пяленом, холодном и в горячем копчении. Вот это ставритка. А это барабулька. Холодным. А это вот длинная саргана. А это бородетка. А это, по-моему, тоже копченая. Барабулька, другая бородетка. Вот, кстати, интересно. Смотри, видишь, какая? Посылка с крылья. Кусачи. Две грелки. Рыба игла. Чего, что, греться. Рыба игла. Санек ездил. Твое лицо бесценно. У него эти две грелки, вы же выдираете. Открывайте тут же сразу. У него вот такая вот. Да? У меня еще фотки где-то есть. А что чистить? Чистить, наверное, так же. Не тоже где-то через 15. О, запил песню. Да-да-да. Две грелки сразу. Что? Это рыба. Не пугай ребенка. Через день все равно на палету, на оружейник. Ну, мерзкая. Все. Ну-ка, дай посмотрю. Там по две с этих, и по две с этих, нафиг, и все. Рыба игла. Какая страшная голова. Угу. Кстати, зубастая такая, зараза. Все. Игла. Сейчас укусит. Дашки. Это зеленый. Так вот, вы уже ее пугаем. Игла. Рыба игла. Пробуй. Сарган. Сарган называется. Рыба игла или сарган? Водочка. Что так смотришь? Ну, давай, пробуй. Хочет, пробуй, наверное, рыбы. Рыбку попробуй. Вкусная. Он сейчас попробует. Вот рыбка. Гали. Попробуй. Зеленый. Ну, что? А что, мало соленый-то? Да. Что скажешь? Ну, посоли. Нормально. Иван. Посоль. Зацани. Плохая. Плохая? Не ешьте, да? Плохая? Не ешьте. Не ешьте. Достаньте. Да? Значит, рыба хорошая. Не, не ешьте. Игорь, не ешьте. Даже не нюхайте. Даже не нюхайте. Не подходите. Чтобы мне больше досталось. Это пиво надо. Даже не вздумайте. С пивком это прям вообще тема. Что-то Даша так смотрит. Горячее печенье. Хочет. Прям фу, что за бяку вы едите, да? Рыба. Ничего, вырастет и поймет. Только сколько рыбы она пропускает сейчас? А и какая разноцветная. А что она такая зеленая-то? Кстати, специально. Специально? Да, чтобы никто не ел, кроме тебя. Да, никто не ел. Отпугивает. На здоровье. Пробуй ее, чай.
Да, да. Во, видите, она хорошо слазит, кожица. Там кожа слазит, видишь, сколько жира. О, жир сколько, вот. Даша, видишь вот это вот? Витамин Д. Это есть твоя капсула. Вот ты, кстати, пьешь витамин Д, а это вот в живом виде. Вот так он выглядит, Даша. Вот смотри, как он выглядит. Это вот омега-3. Это омега-3. Причем это более полезное. Окно. Это омега-3. Бесценное. Да ладно, не мучайся. Как он выглядел? Омега-3. Пошла я от вас, господа, пожалуй. Давай, пока-пока. Нам рыб больше достанется. Ля-пя-пя. Сок вернее. Хорошо, тогда я тебе скажу, что в холодильнике у мамы есть еще колбаски. Очень вкусная чоризо. Остренькие. Вот, это мой день начинается. Пыщи. Найдешь. Чтобы искать. Доливай. Да, вон эту Вовану долей. Ну что, как рыба? Короче, всем рыба нравится. Иван, как тебе сарган? Вот так. О, понятно. Зеленый. Красивый. Вонючий. Но вкусный. Не вонючий. Вонючий. Ну все, рыба, короче, зашла. Ну давайте. За все. Хорошие. Ой, ну красота. Лавровый тебе венец. Ага. Его на голову одевали. Нет. Это все. Одевали этим. Дедушка уже, кстати, одевал. Ты следующий. Победителем. А потом Наташа это в суп. Да. Вари. Это буду я варить. Я варить. На разбат. Вау, блядь, потом. Ну, давайте всех сортов. Давайте к соседям сходим. Всем покажем. Всем на майку оденем. На майку, потом дружка еще. Давайте. Вот сверху, сверху, сверху. Ой, я не мажу. Ой, ну все. Кстати, о, а вы Цезарь, а вы мне. А вы Цезарь. А вы мне. А вы. Так что все нормально. Да, ну все. Все, Иван, ты нас спаиваешь. Ну как? А что это такое-то мутненькое? Это местный домашний. Хрен. А, хреновина это. Нет, все, спасибо, хватит. Ну ладно. Спасибо этому дому. Пойдем к родному. Все, любим всех, целуем, как говорится. Ну, спасибо большое, Наташа. Да нет, ну что?